Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. 11 сентября 2020 года. Это ответ. Многие писали ответ по поводу ролика «Как запросить свое дело в пенсионном фонде». Вот женщина говорила. И мне прислали такое сообщение в Одноклассниках. Человек по имени Дамир. Здравствуйте, Галина. Извините, не знаю ваше отчество. Сегодня в ролике вы обратились, если у кого есть шаблон по требованию пенсионную компашку. Вот случайно наткнулся сейчас на такой бланк. Насколько этот бланк отражает полноту требований к этим исполнительным структурам, пока еще не разобрался. Отправил вам, чтобы вы сразу ознакомились с этим. Это нашел на страничке человека. Только что увидел предложение добавить ее в друзья. Кто она, не знаю. Сейчас добавлю. Так, узнал, к сожалению, совсем недавно о вашей работе, о вас. Жаль, что таких, как вы, с таким видением, пониманием того, что происходит и происходило еще, с такой способностью донести это до остальных. Очень приятно слушать ваши ролики. Огромная вам благодарность. Я хочу сказать, что не только я. На самом деле людей, которые доносят информацию, очень много. Это действительно так. Не всех мы знаем, не все мы успеваем посмотреть, но каждый попадает, вот он по своим путям, по своей траектории, что называется, по своим вибрациям притягивает того или иного блогера, притягивает ту или иную информацию. И в целом я хочу сказать, что волну мы подняли, народ начинает просыпаться, причем с огромной скоростью. Еще год назад такого не было. Так, и сейчас, собственно говоря, шаблон обращения в пенсионный фонд. Шаблон составлен для того, чтобы все пенсионеры, граждане СССР, смогли вовремя истребовать с коммерческой организации, называющей себя Пенсионным фондом Российской Федерации, свои документы, копии, заверенные печатью и подписью должностного лица с расшифровкой ФИО и указанием занимаемой должности. Эти документы вам скоро понадобятся, когда ПФР, РФ прекратят свою коммерческую деятельность. Но сначала сходите в ПФР, ознакомьтесь со своим пенсионным делом, сфотографируйте все странички от корочки до корочки, а потом уже запрашивайте их в заверенном виде от ПФР, РФ. Итак, вот он сам шаблон. Государственное управление пенсионного фонда по свой адрес, город, край, область, от гражданина, имя, отчество, фамилия, видеть как ИОФ. Адрес, телефон, заявление обращения о предоставлении достоверных документов. Я такой-то, такой-то, имя, отчество, фамилия. Пишем себя как человек, соответственно, а не как физлицо. Обращаюсь в Государственное управление Пенсионного фонда по своему адресу, так как мое пенсионное дело находится в вашем ведении. Мне необходимы все документы, которые находятся и подшиты в моем пенсионном деле, включая обложку. Первая – ксерокопия, заверенная гербовой печатью Государственного главного управления Пенсионного фонда Российской Федерации. Второе – с указанием фамилии, имени, отчества и должности лица, имеющего право подписи и полномочия для заверения документов. Третье – с обязательным представлением даты на каждом документе из моего пенсионного дела. Документы необходимы для проверки моего трудового стажа, вошедшие для начисления пенсии и проверки правильности начисления самой пенсии. Прошу направить ответ с документами по адресу, указанному мною в обращении в установленном законом сроке. Число, подпись. Вот такое обращение в Пенсионный фонд. Это ответы на комментарии, кто спрашивал по поводу фильма, ролика, как составить такое обращение. Вот, пожалуйста, тут же народ откликнулся и передали. Результаты пока не знаем. Будем обращаться. Люди будут писать свои результаты. Надеюсь, вам информация эта была полезна. Кто-то обязательно станет действовать, а не просто посмотрит. Передавайте это видео, пересылайте его в соцсети, пускай многие ознакомятся с этим. Может быть, еще кто-то будет писать такие обращения. Я тоже буду писать такое обращение. Всех вам благ. С вами была Галина Конышева. Подписывайтесь на мой канал. До свидания.